Это я. Надела свой новый комбинезон джинсовый из Mavi, из Турции. Сумку поясную. Так, здесь у меня подвесочка из бисера. Так, еду я в салон красоты на татуаж губ. Хочу сделать татуаж для того, чтобы более четко оформить форму губ. Короче говоря, придать ей четкие контуры, то есть не из-за цвета даже, а просто потому что мои губы, они неровные сами по себе. Вот, давно это хотела сделать. Посмотрим потом на результат. Кря-кря-кря. Вот и я, ваша уточка. Спустя 3 часа, господи, наконец-то я дома. Значит, это у меня отек. Здесь даже такие пузырьки. Я надеюсь, что это не герпес у меня уже появился сразу. А вот я только зашла домой после процедуры. Сначала долго рисовали контур. Вот, выходить за поля губ нельзя, поэтому колят по своему контуру, ну, там, по максимуму выравнивая его. Естественно, губы опухли все, они будут не такие, я их не увеличивала. Значит, какие действия я предпринимала до процедуры? Я скрабировала губы и увлажняла их, потому что, например, если у вас трещины или, ну, губы не в порядке, то вам откажут в процедуре. Также я пила ацикловир. За день до этого, сегодня, ну вообще в инструкции написано, что для профилактики герпеса там выпивается 4 таблетки в день, а при лечении 5 таблеток в день. В общем, я сейчас пришла, сразу выпила 2-ю таблетку, и вечером буду пить еще раз, потому что герпес у меня появляется на губах, ну как у большинства, да, людей на планете. Вот, поэтому, чтобы предотвратить по максимуму, нужно пропивать таблетки до этого и после процедуры. Ну, я надеюсь, что вот тут вот у меня пузырьки, что это просто как отек, и он уйдет. Значит, что будет дальше? Завтра будет самый яркий цвет, должен быть так. Дальше будут образовываться корочки, которые нельзя отдирать, естественно, желательно даже не мочить. Сегодня я пью через трубочку. Вот, что еще? И конечный результат, он будет только через месяц. То есть сначала цвет вообще пропадет, уйдет. Может быть, какими-то кусками. В общем, конечный результат через месяц, ребят. Вот сегодня 3 мая. Сегодня ровно месяц после моей операции на колено. Значит, что, я хожу без палочки, но хожу, это, конечно, так сказано громко, до такси и обратно. Больно ходить коленку, не знаю, больно мне именно колено, кость, будем смотреть. Дальше на приеме у врача, через недельку где-то, буду ему задавать вопросы. Надо желательно стараться ходить не хромая, но у меня не получается. Вот, больно мне коленку, когда я прям ставлю ногу. Ну, конечно, еще рано. Смотрю некоторые видео, в некоторых видео вообще сказано, что вот, типа, прошел месяц, и мы наконец-то можем убрать костыли. Ребята, я их уже давно убрала, не знаю. Рано, наверное, радоваться пока. Вот такие вот дела. Так, какие у меня планы? Планы у меня на сегодня. Испечь куличи, но украшать я их не буду. Буду украшать их с детьми завтра, потому что завтра мои должны вернуться домой с дачи. Сегодня у них посадка... Чего там? Посадка... Картошку они посадили. Чего-то должны посадить. Кабачки, что ли? Не помню. Ну, короче говоря, вот... Завтра они должны приехать домой, мы завтра все украсим вместе, яйца покрасим, им будет интересно их украшать. А куличи я испеку сама. Так что вот так, сейчас буду раздеваться, переодеваться. Хочу есть, голодная, лежу на кушетке, у меня живот урчит так громко, я есть хочу. Время 3 часа дня, я завтракала 8. Не знаю, что буду обедать. Вчера вечером варила себе вареники с картошкой, потому что готовить я не хочу. Готовить я буду опять-таки завтра на всю семью уже.
и первое, и второе, и так далее. Вот. Сегодня у нас солнце светит, но на улице такой дубак, ветер ледяной. Я пока стояла, такси ждала, у меня все уши замерзли, руки закоченели. Но я, конечно, оделась тоже так легко. Ну, короче, вот это солнце, оно обманчиво. Сегодня еще мне нельзя загорать, поэтому я ухожу. Ухожу с балкона. У меня будет самый простой, самый ленивый, так скажем, приготовление. Кулич, он у меня будет творожный. Я не умею возиться с тестом, с дрожжами и так далее. Значит, понадобится нам творог, разрыхлитель, сахар, мука, яйца. И по рецепту еще идет цедра апельсина. Масло сливочное. Все должно быть комнатной температуры. Мягкое масло и яйца теплые. Я их уже помыла. Сейчас будем соединять ингредиенты и отправлять в формочки и в духовку. По рецепту идет 250 грамм творога, даже 200, но я буду делать большую порцию на 2, на 3 кулича, на 4, насколько хватит. Поэтому я добавлю творога побольше. Здесь у меня 500 грамм. Добавлю где-то грамм 300, наверное, вот так. Творог у меня рассыпчатый, поэтому я буду взбивать его дополнительно блендером. Что есть у меня из декора для Пасхи? Это вот такие трафареты для разукрашивания яиц. Там же есть еще и красители. Ванильный сахар розовый, ванильный сахар желтый, посыпка палочки, посыпка кружочки, глазурь голубая. Так, еще здесь есть наклейки на яйца. Подруга подарила Кириллу с Алисой вот такие пряники. А это наша консьержка нас угостила. А что еще? Еще у меня есть вот такие вот яйца. Так, ну что, формы для куличей снова у меня остались. Так, подставка под яйца сиреневая. Видите, я специально подбирала сиреневые вот эти обертки для кулича, сиреневую эту подставочку. Яйца еще у меня есть голубые. Так, и сиреневые салфетки. Это вообще с Нового года, наверное. Завтра муж с детьми и с тетей приедут к нам сюда. Потом тетя пересаживается на такси и едет в Химки. И я угощу ее яйцами. Вот одно будет такое, потому что оно треснуло. Хоть я и солила воду, и даже кинула деревянные зубочистки. Вчера читала, что надо кинуть либо спички, либо зубочистки. Все равно одно яйцо треснуто. Вот его я обернула в пленку. Дальше.